Сэмми! 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 Время желаний! Хорошо, как скажете! Как много идей, эй, чародей! Устрой-ка праздник для детей! Одно желание и до темноты веселиться будешь, но без приключений день не проходит никогда. Именно за это мы очень любим Сэмми, да! Ведро попкорна на подушке из ванили и лимонного щербета. Вот вопрос. Сколько полутораметровых листов нужно шить, чтобы обернуть землю? Что тяжелее, килограмм перышек или килограмм песка? Ха, легкотня. Ну, ты точно не знаешь столицу Ботсваны. Поиграйте где-нибудь еще. Я работаю. Мисс Джазвилл проводит конкурс на эрудицию. Да, с потрясными призами. Поэтому нам нужно стараться запомнить все ответы. Эй, не проверишь нас? А не хотите ли пожелать себе суперпамять? Вы сможете получить все призы, а я продолжу читать. Класс! О, желаем иметь суперпамять. Ладно. В чем проблема? Все же знают, что у слонов феноменальная память. Спасибо. Фея волшебства! Довольно уже, Сэмми. Ты позор нашей профессии. Ну, как я... Нет, я же исполняю все... Тихо! Может быть, мне освежить твою память? Например, Сирил хотел ходить сквозь стены. Или Антея хотела более мощный пылесос. Ну, а Роберт, который просто хотел охладиться во время жары. Но с этим, наконец, покончено. Сначала... Ты перепройдешь экзамен на эльфа. Что? Но... И я советую тебе готовиться. Или ты будешь лишен силы навечно. Это ясно? Хорошо. Мы с помощником вернемся после обеда, чтобы ты прошел тест. Перестань. Это же не конец света. Мы все поможем тебе. Точно. Просто вспомни, что ты и правильно желание исполнял. Ведь так? Есть отличный прием для запоминания. Это Мне Моника? Да, точно. Рифмы помогают запомнить. Но я не помню, что. Забудьте. Я с этим не справлюсь. Конечно, справишься. Нет, ни за что, уверен. Я не пройду экзамен. Ведь я... Ведь ты же что? Ну... Во время выпускных в Академии волшебства я жульничал. Знаешь, даже если ты провалишь... Мы будем дружить. Наплевать на желание. Ты можешь всегда жить на маяке. Эй, привет, малек. Ты что, подружился с Чайкой? Рад тебя увидеть, наконец. Содиус? Как тебя забудешь? Ха-ха-ха! Как мы веселились в Академии волшебства! Просто одна шутка за другой! Ха-ха-ха-ха-ха! Ладно, я тебя чуть-чуть дразнил. Ой, да брось! Признай же, было так весело! Ха-ха-ха! Ты думаешь, зачем же я явился, да? Ну, не хочешь, не верь! Но я неплохо поднялся! Я помощник феи волшебства! И скажу я, дела у тебя обстоят очень скверно. Не бойся, мы же здесь! Это же радость воссоединения! Вот, напиток! За мой счет! Да брось, не дрейфь! Он может выполнять много желаний? Потому что он эльф из лампы! Да брось, это шутка! Ладно, слушай. А хочешь, я тебе помогу с тестом? Один лишь щелчок пальцами, кто узнает-то? Бинго! Ладно, это нечестно. Но друзья помогут друг другу, да? Правда, у всего своя цена и... Не слушай его, Сэмми! Эй,
Эй, молчите! Превращу вас в червяков и скормлю вас рыбам! Не трогай моих друзей! Теперь убирайся! Марш! Не думай, что тебе все сойдет с рук, малек. Не знаю, как ему удалось стать помощником, но я покажу ему Псэми. Я превзойду все вершины учебы. Исполнение желаний должно следовать правилам безопасности. Готов к истории знаменитых эльфов? Это Псимолеон. Сэмми Поп! Он развивал способности лунной походкой. Что, уже? А, что же я за растяпа? Простите, ваша милость. К сожалению, я сделал ошибку в программе и назначил тест на целых 2 часа раньше. Но, раз уж мы здесь... Да ладно, продолжим. 2 часа немногое решат для практиковавшего магию 14 760 часов. Правда, Псэми? Я видел сарай неподалеку. Он идеален вдали от любопытных глаз. Вдохни, малек, все будет хорошо. Верь мне. Что такое? Чайки? Странно. Кыш! О? Зерна! Кто-то их приманил. Он же сделал это, чтобы опозорить Псэми. Что ж, можем начинать? Наш гадкий гад, то есть кандидат, получит особую силу для 3 желаний. Вот. Он должен выполнить хотя бы 2 или утратить силу навечно. Первое. Чтобы Роберт летал. Да! Да! Ура! О, нет! Ты должен был лучше сосредоточиться, Псэми. Я просто не понимаю. Тихо! Отныне нет права на ошибку. Да! И 2 желание. Чтоб Псэми открыл воронку. Эй! Но и в первый раз он щелкнул пальцами, как и в кафе. Паук укусил! Ты в порядке? Разрешаю перерыв 5 минут. Меня никто не кусал, просто... Ну, не просто. Псодиум хочет тебя подставить. Так, мы должны сказать песчаному эльфу. Нет, у меня другой план. Посмотрим, кто посмеется последним. Так, о чем вы шепчетесь? Без шуток, иначе последует дисквалификация. А, все уже хорошо. Паук-то был не ядовитый. Хорошо, вернемся к тесту. Это на прощание, малек. Псэми, берегись! Эй, эй! Спаси! Постой, может, Псодиус нам что-то расскажет? Да, малек?
Да, ладно, я мошенничал. Что? Я хотел подставить Псэмми, он бесит меня. И в академии, когда я его разыгрывал, меня ловили и наказывали. Хватит, я все вам расскажу, Я отпугнул вашего помощника, чтобы заменить его, ваша милость. Отправляйся в лампу. Нет! Может, это слишком строго, леди фея? Ой, не бойся. Раз он любит шутить, то попал на льдину, чтобы слегка охладиться. Псэмми, несмотря на происки эльфа-фонарика, ты успешно выполнил 2 теста. Так что ты получаешь диплом и возвращаешь право на желание в день. Да! Да! Спасибо. И раз остался один тест, я хотел спросить, я могу порадовать друзей? О, как мило. И что это за желание? Они хотели суперпамять. Что ж, мы сделаем исключение. Простите, пожалуйста, но это суперпамять... Была нужна для конкурса. Но мы вообще-то решили, что будем играть по-честному. Это определенно был познавательный день. Ну что ж, тогда я пойду. Поищу прежнего помощника, которого отпугнул Псодиус. Стоп! Нет! Хотел подарить ей букет тропических цветов. Вот беда. Он прекрасно получился. Очень красивые цветы, Псэмми. Ты должна признать, сегодня я король желаний. Псэмми! Озвучено по заказу CLS Media в 2020 году.